Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. И я решила снять видео о бижутерии с сайта AliExpress. И все у нас будет вот в такой красивой, яркой, блестящей розовой косметичке. Итак, кто любит такие видео, оставайтесь со мной и давайте приступим. И первый набор, который я хочу вам показать, вот так вот он выглядит. Мне очень нравится заказывать наборы сережек именно. Это я еще в прошлом году покупала осенью. И некоторые, вот, например, вот такие вот морские звездочки, жемчужинки, такие вот ракушечки. Их все это, конечно, можно носить летом. Но качество очень хорошее. Сережки никак не окисляются, не вызывают какой-то аллергии. Вот, и самое главное, не оставляют таких темных следов, не окрашивают кожу. Вот так вот он выглядит. Это уже более такие летние. Но, как мне кажется, любые сережки тут можно носить в зависимости от настроения. Также вот такие очень хорошего качества. Мне они нравятся очень. Вот эти вот часто я носила летом, вот эти, такие вот вечером красиво смотрятся. Вот такой вот наборчик есть, правда, тут, например, у меня не хватает одной сережки, она куда-то у меня пропала, а эти идут из другого набора, поэтому мы на вот эти две пары не смотрим, а обращаем внимание на все остальное. Вот такой вот наборчик, мне он очень понравился. Тоже ношу с удовольствием, большой выбор. Особенно мне нравятся вот такие вот блестяшки. Также не пачкают ушки, не окисляются. Вот эти вот наборы, которые я вам показываю, они очень достойные по такой небольшой цене, очень бюджетные. Заказывала я как-то по акции три набора вот таких вот сережек. Они шли по скидочке, и я себе выбрала вот такие вот очень интересные. Так, и вот такие. Конечно, внешне они выглядят просто потрясающе, но после носки именно вот такие окисляются, и ушки после них становятся окрашенные. Ну, конечно, покажу вот такие вот сережки. Довольно-таки массивные, тяжеленькие сережки. Застежка здесь, гвоздики. Но все равно для особенного случая, для какой-то фотосессии смотрятся они просто бесподобно. Вот такие вот сережки покажу. Очень стильные, интересные. И изготовитель здесь уже не Китай, а Корея. Они шли, по-моему, немножечко подороже. Идут они вот с таким вот деревянным основанием. Мне нравятся такие сережки. Знаете, они, в принципе, конечно, они ощутимы на ушках, они тоже тяжеленькие, но под особый образ, под фотосессию, опять же, можно их поносить, очень симпатичные. Такие сережки набор. Я их люблю носить осенью. Почему-то именно они мне ассоциируются с осенним сезоном года. Очень симпатичные. Мне нравятся такие сережки, гвоздики. Тоже корейский производитель. Такие вот сережечки. Матовые. Такой неправильной формы. Розовые. Пастельный оттенок. Тоже выглядит очень стильно и интересно. Такие желтенькие, тоже очень интересные и практически невесомые в носке.
такие сережечки, богемный стиль, мне нравятся такие. Тоже они яркие, с перышками, разноцветными бусинками. Мне их очень нравится носить под платье. Весь отпуск вечерами я любила их носить. Ну, конечно, не только их, но часто они были на мне. Красиво смотрятся на фотосессии. Такие вот нюдовые, пастельные такие сережки. Тоже Корея. Это уже такие элегантные, красивые. Тоже под какой-то образ будут смотреться очень интересно. Выполнены качественно. Очень яркие сережки. Были представлены в разных цветах. Вот мне вот именно синие понравились. Здесь матовый такой кружок и металлический, золотистый. Красивые очень. Такой значок «Ловец снов» и пушистое перышко. Очень красивые, невесомые, потрясающие. Серьги-кольца двойные. Такие вот. Очень часто их ношу тоже. Мне они нравятся. Это у нас браслетик вот такой вот. Он идет тройным рядом, но единый, такой вот переплетающийся. Тоже был представлен в разных цветах. Мне понравился такой оранжевый. Вот такой вот браслетик, яркий. Этнический богемный стиль. Вот такой вот. Мне он тоже очень нравится. Один из моих любимых — это вот такой вот леопардовый браслет на магните. Здесь магнитный замочек. Сейчас я вам покажу. Вот так вот сам выглядит браслет. И защелкивается вот он. Прищелкиваются. Вот. Тоже, по-моему, были разные варианты. Но все в таком леопардовом стиле. Но мне понравился вот этот. Вот такой браслет. Мне тоже он сразу приглянулся, и я себе его заказала. Вот такой браслет. Он состоит из 4 частей. Можно носить каждый отдельно, можно их вместе как-то комбинировать. Так вот выглядит браслетик. Такие вот бусы. Они белого цвета. Хороший замочек здесь. Все удобно. Такие красивые, недорогие украшения на шею. Они идут у нас выполнены из сеточки и сверху приклеены. Такие вот стразики я выбрала себе в серебряном оттенке. И, конечно же, вот в таком золотом. Вот такая вот цепочка, она у меня шла в комплекте к сережкам и колечку. Но показываю пока просто саму цепочку. Очень так минималистично выглядит. То вот это очень интересная будет деталь в вашем образе. Хорошее качество. Чокер бежевый, замшевый. Идет вот с такой вот золотистой цепочкой. Вот, очень красивый. Вот такой вот чокер. Тоже замшевая, черная такая лента идет. И у нас вот такая вот ракушечка с жемчужинкой. Смотрится очень изящно. Такая двойная цепочка с такими вот медальками.
Одна покрупнее, вторая поменьше. Таких сейчас много на Алиэкспресс, но спустя время цвет начинает металла темнеть. Ну, здесь, в принципе, у основания этого не видно, нету пока, но сзади шеи уже начинает это видно становиться. Одно вот такое, тоже богемный стиль, здесь один размер, но его можно отрегулировать по себе. Вот такое вот колечко. И второй вот в таком серебряном варианте, с такой ракушечкой. Вот такая красота. В летнем сезоне были очень актуальны вот такие вот крупные заколки на волосы. И я тогда заказала еще до лета набор из вот таких трех. В особенности мне нравятся такие вот переливающиеся ромбики, они мне напоминают, как будто бы вы смотрите сквозь воду, куда-то на море красиво. Точно такая же в желтом варианте. И в розовом. И также, конечно, присутствуют вот такие вот заколочки. Изначально в каждом наборе шло по 3 заколочки, но почему у меня осталось по 2, я вам покажу. Также шло в каждый набор вот такая вот заколочка. Она была украшена жемчугом и проволочкой. Жемчужинки были на проволочке, все это было обмотано красиво, но долго не продержалась, и поэтому все вот что осталось. Ну, вот эти вот крепко сидят, ничего не отваливается, вот эти красивые бусинки. На лето просто будет очень красиво смотреться. Также вам покажу вот такой матовый вариант. Это у нас такие вот зеленые матовые заколочки. Мне очень они нравятся, обожаю их носить, ношу сейчас. Также у меня есть еще в 2 цветах. Это вот такие вот бежевые, красивые. И такие вот бордовые, пастельно-бордовый оттенок. Также мне они очень сильно нравятся.